Напружена ситуація і в 49-му виборчому окрузі. Там ОВК теж намагається затягнути оголошення результатів. Напередодні комісія призначила перерахунок бюлетенів із 12 дільниць. При цьому члени окружкому неодноразово припиняли роботу на невизначений час і зупиняли процес підрахунку. У 49-му окрузі з перевагою у 3 тисячі голосів лідирує представник опозиційної платформи «За життя» Валерій Гнатенко. Вы знаете, работа окружной комиссии превращается в какой-то фарс. Когда итоги голосования на участках не воспринимаются. Назначены очень много перерасчетов работы комиссии. И сегодня только благодаря включению всех журналистов, всех телеканалов, которые сегодня находятся в регионе, а также органов правопорядка, как-то хоть окружная комиссия начала работать. Сегодня они в 12 часов только начали заседание. Полдня комиссия простояла. Вчера рано ушли. И вот такой вялотекущий процесс наталкивает нас на мысли, что планируются какие-то другие махинации.